Своим зажигательным танцевальным ритмом, рожденная в штате Пенджаб, Бхангра завоевала множество поклонников. И в конце 20 века она стала одной из самых популярных композиций на дискотеках в Англии и США, после чего распространилась по всему миру в различных своих модификациях. Предлагаем вашему вниманию пенджабский танец в исполнении солистов старшей группы ансамбля «Аруна» Анны Чеплыгиной, Анастасии Федоровой и Шамиля Исаева. Встречайте!